Всем привет, с вами мистер Чейзер, смотрите мой дисплей канал. Я продолжаю играть в игрушку под названием State of Decay. Уже как бы начинается какой-никакой рассвет. Маркус там что-то шалит с дробовика. Ну пусть шалит. Это крикун, неважно, кто это был. Важно то, что у нас построилась наконец-то мастерская, вон она. Надо, наверное, убрать немного чувствительности. Чтоб не так резко все дергалось. Хотя и так все резко. А ну-ка еще разок. 0,75. Не, все равно как-то резко. Ага, у меня есть несколько идей, как улучшить это место. Нам нужны места, где можно поспать. Но я это только что придумал, поэтому нужно поспешить с этими планами. Люди уже... Что-что? Нам дают совет построить место, где можно поспать. Но я не знаю. Я хотел сначала сбегать вот сюда, за медициной. Место, где можно поспать, да? Типа спящие места. Потом их можно переделать в места, где можно поспать. Давайте сделаем. Ресурсов у нас пока хватает. Так, что у нас тут с автомобилем? Пока живой. Как вы... Почему выбрали именно церковь? Да я не знаю. Первое, что пришло на ум, это церковь. Затем мы начали слышать о том, что здесь происходит все хуже и хуже дела. У вас было только шестеро? Нет, нас было 12. Там вон впереди орда идет. Зомби. Ладно, мы потихонечку свалим отсюда. Там еще орда. Справа где-то. Они нас даже не слышат. Ну и хорошо. Так, здесь где-то медикаменты есть. Черт. Ага, здесь точка. Нам, получается, задание было осмотреть землю. Ну, не осмотреть, но в смысле... Вот эта точка. Так, вскарабкайтесь по башне. Хорошо. Так, с этой стороны, давайте с этой стороны. Давай быстрее. Теряем стамину немножко, но ничего. Класс, такой рассвет вообще красивый. Так, фонарик можно вырубить. Кто там кричит, где? А, он внутри здания, я вижу. Так, ползем. Сейчас мы все тут осмотрим. Надо было, наверное, первым делом это сделать. А то мы как-то... Не знаю, не осмотревшись, побежали все исследовать. Так, что у нас там? Автомобиль. Ветеринарная клиника. Что это такое? Похоже, это... Клиника доктора Гилроя. Антибиотики для собак, это немножко отличается от антибиотиков для людей. Это хорошая идея. Но нужно все-таки это проверить. Хорошо, проверим. Так, орда зомби. Так, здание. Заражение, скримеры. Что у нас здесь? Автомобиль. Construction сайт. Вот это вот в этих местах, именно construction сайтах, насколько я помню... Будут находиться различные вот эти вот строительные материалы, которые нам нужны. Так что грех их не брать. Так, вон там еще что-то есть. Вон еще construction сайт. Да, вот именно полуразрушенное здание. Вот видите, это здание, оно полуразрушено. Вот именно эти здания и нужно в первую очередь исследовать. Так, а трейлеры мы тебя смотреть никак не можем, не?
Так, ну и в принципе мы здесь осмотрели достаточно. Ясно. Короче, нам сказали, если вы не хотите быть вышвырнутыми отсюда, нам нужно в эту ветеринарную клинику сгонять и там все проверить. Так, здесь дружественные выжившие, они недалеко, так что сгоняем к ним в первую очередь. А то мы знаем, как эта игра любит нам преподносить сюрпризы, чтобы мы... Это было странно. Даже перестал комментировать. В общем, нам нужно действовать быстро, иначе выживших здесь совсем не останется. Так, здесь у нас есть еда. Не, игра днем выглядит очень красиво. Так, парень. До свидания. Волна зомби нафиг. Хотя нет, нам нужно проехать, поэтому не нафиг. Добьем ее. Хорошо. Так, волну зомби добили. Где здесь где-то выживший? Новые соседи. Здорово, соседи. Как ваши дела? Эшлин Пэкстон. Финн Рассел и Эштон Кадимо. Кадимо, не знаю. Вам следует к нам присоединиться. А, так они уже сразу согласны к нам присоединиться. Замечательно. Тогда пусть они собирают свои вещички. Я у них тут коктейли молотов заберу. Что у них здесь еще есть? Ничего больше интересного. Так, сборка блокирована. Что-то слишком много зомби. Так, ну мы повышаем наше качество сражения. Оу-оу-оу, вот это было круто. Так, ну мы немножко устали, надо бы завалиться в дом. Еще блокировано. Кто там нам там мешает? Надо, наверное, что-нибудь перекусить. А, не, нету ничего у нее из еды. Прогресс блокирован. Кем? А, там кто-то орёт. Может, сверху? Хотя не должны быть зомби сверху. Странно. Ладно, давайте выйдем и осмотримся. Кто нам здесь мешает? Ага, здорово. Вот. Хоть подсказывает, на какие кнопки перезаряжаться, а то когда играешь, в процессе забываешь об этом. Так, ребята, собирайте шмотки и мы пойдем. А тут у вас тоже все посмотрю. Картина. С каким-то ниндзя. Или не ниндзя, ну не знаю. Чувак в кимоно, в общем. Да, ты скотина. Есть, добили. Так. Взять выживших с собой. Хорошо. Ну, давай, проходи. Не видишь там зомби. Все, готов. Да иди. Надо антибиотиков жахнуть. Так, погнали туда. Все, наверное, не влезем. Сколько нас? А, не влезем. Это же четырехместная машина. Да. Отлично. Мы попали в большую драку, мой сын и я. Он только вышел из школы. Его отец пытался его защитить.
Этот парень всегда был настойчивый, так же, как и я. Я только пришла с работы. Ну, тут, в общем, рассказ, что произошло с этими выжившими. Чей-то сын тут, судя по всему, умер. Так. Совет. Построить зону для сна. Ну, строится уже. Видишь, вещи не такие уж и плохие. Так. К тебе присоединились выжившие. Так, вот на одного даже мы можем переключиться. Хорошо. Надо бы, наверное, поскидывать вещей, а то мы устаем быстро так. Патроны есть. Импровизированный глушитель возьмем и оденем. Нет, не возьмем, ну ладно. Кофе. Используем. Все равно мы уставшие. Нет, рюкзак. О, кстати, большой рюкзак. Ну, пока возьмем маленький. Переключимся на Маркуса. Наверное. Так, он... Кстати, гвардюти у него. Тогда переключимся на этого парня. На миссии кто-то там. Давай на тебя переключимся, новоприбывший чувак. Такой нормальный себе паренек. Так, у нас теперь 12 чуваков. Надо бы тебя вооружить нормально. Ну, в смысле нормально. То у тебя ничего нет такого интересного. Так, что у тебя есть? Болеутоляющие, снеки. На тебе большой рюкзак. Так, хорошо. Что тебе можно взять такого интересного? Так, клюшка. Ну, в принципе... Что сказать, в принципе? В принципе, она немало, то есть, ну, очень мало весит. О, молот, он очень-очень-очень много весит, но... Наверное, очень много повреждений наносит. Надо с собой брать оружие, такие, которые мало весят. Вот, например, бейсбольную биту возьмем. А это скинем клюшку. А где твоя бита? Странно, где его бита? Что это такое? Биту не прорисовали. Ладно. Вернем ему клюшку. Допустим. Так, куда мы можем теперь сгонять? В принципе, вариантов масса. Надо сделать запрос, наверное, на стройматериалы. Так, здесь происходит апгрейд. Медленно, но уверенно. Там что-то нужно еще. Мастерскую надо улучшить, но нужны материалы. И мне оружие надо для этого чувака, а то у него только рукопашное. Не, пожалуй, обойду. Спасибо, но нет. Так, сгоняем сюда за патрончиками, да? Так, зомби, ты тут не в тему. Вообще не в тему. Патроны, патроны, патроны. Я иду за вами. На всей полной скорости. Так, заражение я пока чистить не буду. Мне нечем их чистить. У меня нет бойцов, скажем так, хороших. Маю я хочу вот по максимуму улучшить. Кстати, а что там у нас дома еще не хватает? Еда есть, медикаменты есть. Ну вот именно у нас не хватает больше всего именно это стройматериалов. Тут-то и плохо. Так, ну тут вижу какой-то домик шерифа или что-то типа того. Надо его осмотреть. Так, здесь целый здоровенный шкаф. Как только ты полностью обыщешь здание, ты сможешь здесь сделать аутпост. Хорошо, попробуем здесь сделать аутпост. О, хо-хо. М1А1.
Класс. Какие он потом использует? 45-й калибр. К сожалению, у нас таких нет. 30 патронов есть, то хорошо. Так, обыщем. Не будем шуметь. Хотя зомби нас уже слышат и идут, кажись. Ведь так? Да, кто-то там к нам уже идет. Ну, давай, иди. Буду же тебя огорчить, у меня есть клюшка. О-хо-хо-хо! Парень, да ты, оказывается, очень даже боевой. Видели, что он сделал? Обалдеть. Так, сверху вроде ничего такого опасного нет. В смысле, никого нет. Здесь мы ничего смотреть не можем. Кстати, на заднем плане играет довольно классная ambient, такая вот мелодия. Страшненькая. На балконе кто-то может быть. Вполне. Но никого вроде нет. Нормально. Так, сейчас мы тут затаримся по полной. Патрончики, да? Так, позовем. Мне сначала надо здесь пост сделать, а потом звать людей. И зомби поуничтожать, чтобы наших по пути там не убили. Аспирин. И часики. Давайте спустимся. Вау. Хороший автоматец. Патронов на него только бы найти. Эй, парень, ты нас не слышишь? Тогда попробуем тебя по-тихому. Вот так. До свидания. Твоей головой поиграем в гольф. Так. Как это делать-то? Вот хрен его знает, как это делать. Я не знаю, как это делать из меню, но зато знаю, как делать это отсюда. Надо нажать здесь на Y. Сделать здесь аутпост. И позвать сюда пацанов. Самому загрузиться еще, на всякий. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас еще какие-то часы, которые нам нафиг не нужны, в принципе. Выносим патроны. Оружие мы здесь нашли, кстати, тоже классно. Патронов бы еще на него. Ну, сейчас глянем, какие патроны. 45-й калибр. Есть у нас такие? 22-й калибр? Не, нет. 25 патронов в обойме, нормально. Так, вот, кстати, видно, что Финн пошел за патрончиками. Так, а мы поедем по дорожке и оттарабаним все ресурсы домой. Машина еле живая уже, если честно. Она вся в крови. Вообще боевая машина. Надо бы ее, наверное, поставить уже на стоянку и взять какую-то новую машинку. О, это плохо. Целая орда здесь. Надо бы ее завалить. По-хорошему. Есть, орда завалена. Хорошо. Так, а где он там бежит? Коряво бежит, ну пусть бежит. А, там зомби. Надо помочь ему. Сейчас, подожди, я паркуюсь. Как дела? Я почти здесь. Наверное, ему помочь он. Придурок, конечно. Финн этот побежал. Непонятно куда. Сейчас нарвусь я, наверное.
Нормально. Автомат хорошая вещь, но надо... Ой. Нужны патроны. Очень много патронов тратится. А так автомат хорошая вещь. Ну, заодно проверим это здание. Сюда, если что, позовем кого-нибудь. Ла. Диабло. Давай обыскивай быстрее. Так, снеки. Кстати, не, пока нормально. Не нужно их жевать. Тут где-то зомби орёт. Пистолет. Хорошо. Так, парни, вы... Парни и барышни, вы куда? О, прокачиваем уровень драк. Плохо, конечно, то, что мы сейчас устаем очень быстро. Ну, зато вот как красиво мы их разбираем. Просто не могу не нарадоваться. Вот теперь можно снэк захавать, думаю. Один, на всякий случай, чтобы он нам стаминку восстановил, и мы чувствовали себя более уверенно. Так, здесь еще что-то есть. Обыщем. Мало ли что найдем. Ну и позовем сюда, наверное, наших скавенджеров, или как они там, искателей. Я даже не знаю, как их. О, бита. Так, надо, наверное, все обыскать, а потом уже звать сюда этих ребят. Обыщем здесь шкафчик. Конечно, мы такие вообще ненасытные. Все обыскать должны. Сейчас зомби ломятся. Медицина. Давайте, ребятки. Патронов нет. Здесь пара зомби. Сила на 2 улучшена. Класс. Вот эти всякие улучшения довольно классные. То есть мы действительно сильнее сражаться будем и так далее. Так, да, здесь у нас медицина. Кстати, можем аспирин забрать? Да, можем. Заберем его и захаваем одну таблетку, кстати. Более утоляющих. А то со здоровьем не все хорошо. Так, надо домой уже сгонять. Оттарабанить все ресурсы, которые мы здесь нашли. А то мы все бегаем, да бегаем с ними. Так, здорово. Маркус побежал. Так, я убрал на джойстике чувствительность, но мне сейчас ее, кстати, не хватает. Странно, почему? Ну ладно. Как-то медленно все вот так вот идет. Я привык к мышке, а на мышке вообще это все более удобно будет. Вообще даже очень жду я ее. Эту игру нормально, чтобы ее сделали, то есть для мышки. И клавиатуры. В принципе, сейчас тоже вот могу на мышке поиграть. Вот сейчас давайте включу камеру. То есть не камеру, а... Вот видите, вот это мышка. Вот это вот джойстик. То есть на мышке оно резче. Вот если кто не верит. Вы должны слышать, как я колесиком это все делаю. Так. То есть на мышке и клавиатуре игра работает. То есть вот я могу на клавиатуре походить. А не только на джойстике. Так, притащили мы все сюда. Автомат сложим, патроны. Гранаты. Гранаты. Вообще обалдеть. Всего натаскали. Так, глушитель. Что у нас с этим оружием? Нормально вроде бы. Автомат. Надо пистолет тут забрать. Надо забрать тут пистолет. Давай. Паркур. Все нормально. Так, там Маркус забирает ресурсы. У нас прям под домом был пистолет. Прям обидно мне за то, что я сразу сюда не побежал. Supply run. Маркус, что с тобой? Мне нужна помощь, чтобы донести все ресурсы до дома. Давай. Я тебе помогу. А, зачистить периметр. Так, медицину возьмем. Где тут пистолет был? Где? Пистолет. Так, 5 патронов. Ну, пока нормально. Нам больше не надо. Лишь бы до дома дойти.
Да здесь уже ничего нет. А, не, есть что-то. Давай это обыщем. Так, Маркус, там зомби. Ты справишься же, да? Я надеюсь, ты справишься. Маркус! Маркус! Парень! Тут неприятности впереди, как бы. Добиваем. Все, добили. Ну. Давай. Защищай периметр, и я закончу серию. Все. Валим отсюда. Так, отправьте бегунов, раннерс, скажем так, назад на базу. Ну, побежали на базу и закончим серию. Так, у меня со стаминой вообще все плохо. Как дела? Я уже почти здесь. Так, ну мы открыли какую-то опять штуку для тебя. В общем, здесь одни и те же диалоги. Могли бы и побольше сделать. Все. Все. Ну, на этом, думаю, все. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание и пока.